что ж, дорогие друзья, ахайо, Казоку Фэмилисаны. Если вы слышите эту музыку, этот звук, то значит мы играем в Купи Молоко 2. Я не смог найти первую часть, а покупать игру в Стиме, которая проходится 30 минут или 40, я бы не стал. Присаживайтесь поудобнее, ставьте чаёчек, кофеёк. С вами Казуко Фэмили. И поверьте, я не видел еще такой атмосферной и прикольной игры. Так что, в принципе, мы погоним. Как говорится, полный вперед, да? Атмосфера тут очень... Я иду в свою комнату, стараясь не смотреть по сторонам. Вокруг меня то и дело пляшут озорные тени. Стремительными рывками перемещаются они по стенам, по потолку. Одна из таких теней игриво проносится мимо, слегка коснувшись моего лица. Я улыбаюсь и продолжаю идти, не обращая внимания. Порой так легко потерять самообладание и закружиться в веселом танце, счет времени теряется вовсе. А мне, между прочим, совершенно некогда. Мама сказала идти спать. Я иду в свою комнату мимо кухни. Даже сквозь запертую дверь оттуда веет могильным холодом. Первая же мысль: у двери, прислонившись, сидит мертвец и дует в замочную скважину, издевательски посмеиваясь. Ха! Ну какая же ерунда, я точно знаю, что мертвецов на нашей кухне нет. Я точно знаю, что никаких мертвецов на нашей кухне нет и никогда не было. Я абсолютно точно уверена, что... Сорвавшись с места, я со всех ног бегу к запертой двери. Тени тотчас принимают плясать пятеро, а в пятеро хаотичнее. Пытаются ли они меня отговорить или же успокоить, я не знаю. Сейчас это совсем не имеет значения. Вы что, не понимаете? Я размахиваю руками на бегу, так и пытаюсь отогнать назойливых преследователей. И внезапно понимаю, что никак не успеваю затормозить. Выбора нет, придется выбивать дверь. Если внутри кто-то есть, я точно напугаю его до полусмерти. Хотя постойте, если напугать мертвеца до полусмерти, не значит ли это, что он станет полуживым? Нет, так не пойдет, что же мне делать? Мысль не успела полностью подуматься, как я впечаталась плечом в дверь. А чего та распахнулась настежь? Мертвеца внутри, как и ожидалось, нет. Зато есть купленный мною пакет молока. Он стоит в самом центре стола и смотрит на меня глазами. Я смотрю на него в ответ, ничего не происходит. Впрочем, чего я вообще жду? Благодарности? Но разве я сделала что-то, чтобы заслужить ее? Не думаю, что пакету молоку очень уж важно, где находиться. На полку магазина или посреди стола на маминой кухне. С другой стороны, никто не станет пить молоко прямо в магазине. Выходит, я забрала пакет из самого безопасного места в пугающую для него неизвестность. Прости, молочко.
Стыдливо отвернувшись, я спешу выйти из кухни. Да уж, от меня одни беды. Я иду в свою комнату по узкому коридору. У двери мне встречается знакомое бесформенное существо. Вцепившись в меня, оно принимается обнюхивать каждый сантиметр моего тела, словно голодная псина. Я не сопротивлюсь, знаю ведь, что это бессмысленно, лишь молча терплю, пока оно крепко держит, не давая пошевелиться. Обнюхав меня с ног до головы, существо протягивает уродливые лапы, обнажая один единственный коготь, тонкий и острый, словно лезвие. Снова? Я вопросительно смотрю прямо в бездонные глаза чудовища. Шевелись. Существо сильно сжимает мою руку, пока не проступают вены. Я же продолжал смотреть в черные провалы глаз, игнорируя всякую боль. Я ведь столько раз обещал. В тот же миг коготь вонзается мне в руку. Я почти ничего не чувствую, разве что едва ощутимое шевеление под кожей, звон натянутых сухожилий. Но затем коготь впрыскивает свой яд. Больно. И сами поступает лесная пелена. Пальцы судорожно сжимаются и нажимаются. Начинаю терять контроль над своим телом, медленно сползаю на пол, совсем как в прошлый раз, однако же. Почему так жарко? А, это она говорит. Чувствую, как медленно закипает кровь, сильнейшая дрожь пробегает по телу, парализуя каждую клеточку, пока мои вены и артерии раскаляются, едва выдерживая натиск. Я пытаюсь закричать, но вместо слов извергаю пустую пену. Заметив это существо, в ярости бросается на меня и хватает за горло, не выпуская отравленного когтя из моей руки. «Убей меня! Убей меня!» — это она говорит. Истерический вопль разносится по коридору. Существо на порыве безумия принимается царапать на шею. Во все стороны летят яркие брызги, словно... Звонко ударяясь от стены, я стараюсь отпечатать в памяти, куда упала каждая капля, чтобы потом собрать их всех воедино. Я не знаю, почему в прошлый раз вылетела игра. Надеюсь, в этот раз все будет хорошо. Так что... как-то так. Так, чтобы потом собрать их всех воедино. На прошлый раз я это прочитал. Забыть, главное не забыть. Новая волна боли захлестнула меня, все погасло. Повторяй, я никогда не буду пить молоко. Я повторяю, никогда не буду пить молоко. Никогда не буду пить молоко. Вот, кстати, атмосфера, ребят, я не знаю, вот кто создатель Кира Ямаока, вот реально такое чувство, как будто вот этот разработчик игры вдохновлялся музыкой Киры Ямаока. Просто реально, музыка тут просто шедевр. Я даже саундтрек скачал, чтобы послушать, да и вам, в принципе, советую. Саундтрек в Стиме бесплатный. Мне прям музыка тащит. Я наконец-то добралась до своей комнаты.
Мне так надоела вся эта суета. Хорошо, что в любимой комнате я чувствую себя уютно и тепло. Даже странные звуки из-за этой двери ни капли меня не тревожат. Мама сказала мне идти спать, так что я должна совершить все необходимые приготовления. Я умылась и теперь стою у зеркала с зубной щеткой во рту. Смотрю на свое отражение, не изъявляющее ни малейшего желания ложиться в кровать. Да уж, понимаю тебя. А ведь когда-то моим любимым временем дня были последние минуты перед сном. Момент ожидания того, как реальность неизбежно столкнется с миром сновидений, когда-то был моим любимым моментом. Так, я сохраню игру на всякий случай. Так, а как это называется? Escape? Ну да. Так. Я просыпалась только ради этого, проживала целый день ради этого. Моей заветной мечтой было спать целый день, как было бы здорово. Однако сны медленно, наверное, ускользали. Словно кто-то вытаскивал их прямо из головы. Один за другим, пока не осталось ничего. И вот я снова должна ложиться спать, хотя и не чувствую в этом нужды. Закончив водные процедуры, я привычно протягиваю руку к своим лекарствам. Забавно, но я понятия не имею, как они действуют по отдельности. Я всегда проглатывала их сразу, не задумываясь. Сейчас же мне захотелось их рассмотреть, повертеть в пальцах, попробовать на зуб. Что угодно, лишь бы подольше потянуть время. На меня смотрит гладкая и вытянутая капсула красного цвета. Снаружи она покрыта мутной полупрозрачной пленкой, но кое-как рассмотреть ее содержимое все же возможно. Итак, что же у тебя внутри? Слегка надавив на капсулу с обеих сторон, я с удивлением обнаружила, что она очень мягкая и податливая. Сдавливая еще, капсула лопается, наружу вытекает липкая, ярко-краская жидкость. Мерзость. Таблетка отправляется прямиком в мусорный бачок. Я же принимаюсь тщательно вымывать руки. Не уж, пить это я наотрез отказываюсь. Следующая на очереди плоская таблетка такого же кровавого красного цвета. На ней к тому же отпечатаны какие-то буквы. Ага, я поняла. Это тот самый препарат, от которого жутко клонит сон. Но это не тот сон, совсем не тот, не настоящий, фальшивый. Нет, даже видеть не желаю. Вслед за первой эта таблетка отправляется в мусор. Следующие полчаса проходят примерно так. Я рассматриваю таблетки со всех сторон и для каждой нахожу причину ни в коем случае ее не пить. Вместо этого я придумываю свои собственные лекарства и с удовольствием принимаю их одно за другим, всецело отдаваясь их целительным эффектам. Вот и горло больше не болит. Вот и рука больше не болит. Вот и голова больше не болит. Вот и сердце больше не болит. Вот и живот больше не болит. Вот и глаза больше не болят. И как раньше не додумалась, это же так просто, надо срочно кому-нибудь похвастаться. Но только не маме, она будет ругаться. К тому же она уверена, что я уже сплю, не буду лишний раз тревожить ее, придумаю что-нибудь сама. И вообще, мне просто хочется поболтать, а кто же будет моим собеседником? Эй!
Привет. Давно не виделись. И часа не прошло, глупая. Ну вот, снова обижаешь. Неужели ты даже капельку не рад? Даже совсем чуть-чуть. Я порядком вымотался за сегодня, впрочем, как и ты. Неправда. Тебе нужно спать. Нет уж, ты сегодня достаточно мной командовал. Теперь моя очередь, значит так. Я просто буду молчать, пока не закончится действие лекарства. Как тебе такое? Эй, ну так ведь нельзя. Ты должен делать все для того, чтобы я чувствовала себя лучше. Именно это я и делаю. Да чего же противный? А впрочем, чего это я переживаю? На самом деле, ты мне вовсе не нужен совсем. Я полна сил и чувствую себя прекрасно, значит, мне все нипочем. А ты можешь только смотреть и кусать локти о своей бесполезности. А, могу представить, как ты сейчас злишься. Да. Уж, я прямо вне себя. И, кстати, бесполезная здесь только ты. И жалкая вдобавок. Даже не пытайся испортить мне настроение. Пока мы вместе, я хочу веселиться, ладно? Значит, теперь ты диктуешь условия? Да. Что ж, посмотрим, надолго ли тебе хватит. Вот и посмотрим. Сейчас, ребят, я глоток сделаю. Атмосфера тут, конечно, топ. Вот в натуре. Я и правда настолько жалкая? Не молчи. Я чувствую, как слезы стекают по щекам, задерживаются на подбородке, а затем падают на мою одежду, прожигая в ней дыры. Недолго ты продержалась, что ж, ожидаемо. Эй, я хотя бы попыталась. Сходи-ка умойся, потом решим, что с тобой делать. И вновь я у зеркала неотрывно смотрю на саму себя, пытаясь не отвлекаться на насмешливые взгляды стен, не вслушиваться в их мерзкие хихиканья, но вот и мое собственное отражение криво улыбается, скалит на меня зубы. Я зажмуриваюсь, но это не помогает. Даже провались я под землю не помогло бы. Я принимаюсь читать в уме числа. 2 в квадрате, 2жды 2 в квадрате, квадрат в квадрате, квадратный квадрат в пирамиде, пирамидальная структура в кубе, пирамидальная структура в гиперкубе. Помогло. Правда, голова теперь раскалывается. Прости, что нагрубил. Ты не виноват. Ты никогда ни в чем не виноват. Хорошо, можешь винить себя, но не переусердствуй. Я...
почему-то подумала, что смогу все взять в свои руки, я была почти готова. Была уверена, что смогу изменить хоть что-нибудь, ведь получилось же купить молока, понимаешь? Я знал, каким это было испытанием. Снова таблеточки. И поэтому ты выбросила лекарство? Глупое решение, да? Это твое решение, каким бы оно ни было. Разве это имеет значение? А как ты считаешь? Я совсем ни в чем не уверена. Да ты все время не воспринимаешь меня всерьез. Тогда почему ты это сделала? Мне казалось, что я справлюсь своими силами. Действительно, в тот момент боль ненадолго отступила, однако сейчас я чувствую ее с утроенной силой. Мне так больно. Ты знаешь, как нужно поступить. Я с обреченным видом протягиваю руку к полке с лекарствами, глотая таблетку одну за другой, отгоняя неприятные образы, то и дело всплывающие в памяти. И все же перед глазами стоит жуткая картина. Комки густой крови в прозрачной оболочке спускаются вниз по пищеводу, царапая его нежные стенки, оставляя борозды. Я с силой встряхиваю головой, пусть кружится, пусть болит, лишь бы не думать об этой мерзости. И все-таки ты осталась при своем. Что ты имеешь в виду? Ты боишься остаться одна, и это беспокоит тебя гораздо больше, чем боль. Да, наверное. Я подбрасываю последнюю таблетку в воздух и ловлю ее ртом. Я ложусь на пол, смотрю в потолок, оттуда сверху отчетливо слышен бег воды по металлическим трубам, слышен треск бетонных плит, что когда-нибудь обрушится мне на голову. Однако я совсем этого не боюсь, сложно представить, что смерть поджидает меня наверху. Скорее она тянет когтистые лапы оттуда-то снизу, дожидаясь, пока я потеряю бдительность. Хочешь поговорить об этом? Нет уж, хватит с меня болтовни. Тогда чего ты хочешь? Просто немного полежать. Потолок и обрушится, то это произойдет не сегодня. Прошу, помолчи. Мне нужно привести мысли в порядок. Я аккуратно извлекаю мысли из головы, располагаю ровными рядами на потолке. Теперь он выполняет роль пробковой доски. В надежде собрать цельную картину, я представляю их местами, складывая в стопки, беспорядочно раскидываю. В конечном итоге я раздраженно смахиваю их прочь, движением руки начинаю заново. Не выходит.
Так, знаешь выражение «тараканы в голове», вот и представь, будто твои мысли — это тараканы. Фу, ненавижу тараканов, можно это будут светлячки? Как хочешь. Глазом, как мысли, а теперь светлячки принимаются кружить по потолку, самостоятельно складываясь в причудливые узоры. Мне остается лишь наблюдать за этим и ловить подходящий момент. Только вот он никак не наступает. Слушая издевательский шелест маленьких крыльев под потолком, я начинаю терять терпение. С меня хватит, ненавижу вас. Вскочив на ноги, я кричу, что есть сил, светлячки в страхе разлетаются кто куда. Молодец, а теперь начинай заново. Еще чего? Неуравновешенность тебя совсем не красит. Да плевать я хотела. И тебя это не тревожит? А должно? Люди так себя ведут. Правда? Нет ничего постыдного в том, чтобы сорваться на кого-нибудь, если на то есть причина. У тебя ведь была причина. Ты обязательно выздоровеешь, поверь мне. А теперь начинай заново. Опять за старое. О чем-то. Не важно. И вообще, я передумала, пожалуйста, больше не молчи так долго. Мне не обойтись без твоей помощи. Хорошо. Я вновь поднимаю глаза к потолку. К сожалению, все мои светлячки куда-то спрятались. Я бегло оглядываю комнату, слишком много мест, где может спрятаться такое маленькое существо, как светлячок. Они могут быть где угодно. Внезапно раздается грохот, часы показали полночь, уже так поздно, но я не могу сейчас пойти спать. Ты ведь поможешь мне? Пожалуйста, скажи, что поможешь. Ну, не издевайся, ты ведь обещал со мной говорить. О чем ты думала тогда на полу? Что ты имеешь в виду? Ты, как никто другой, должен это знать. Это дело, что я понятия не имею, это странно. Ты расскажешь мне? Я... Я закатываю рукава и принимаюсь тереть глаза, они чешутся. Почему ты плачешь? Глаза чешутся. Он принес
раз молоко. Интересно, если оторвать все ресницы, глаза перестанут чесаться. Она повторяет. Что-то наделала. Мне надо собрать стекло, а потом мне надо принять ванну, а потом... Вот, выпей немного молока. Я стою посреди комнаты, раскрыв рот. И тяжело дыша, кажется, я только что испытала смерть. Как еще объяснить произошедшее, я не знаю. Да уж, вот так новости. Так ты расскажешь мне или нет? О чем? Давай лучше искать светлячков. Ты какая-то странная. Лучше помогай мне, а не болтай. И так многовато приключений перед сном. Надо поскорее собрать свои мысли в кучу и лечь спать. А мысли-то спрятались. Хи-хи. Честно говоря, я понятия не имею, где их искать. И я тоже. Значит, придется перевернуть все вверх дном и... Нет, еще раз нет. Если я устрою хотя бы небольшой беспорядок, мне будет очень плохо. Все вещи должны оставаться на своих местах, и никак иначе. Почему? Ты что, пытаешься придумать причину прямо сейчас? Я нет, ничего подобного. Кажется, ты забыла поставить свой мыслеблок. Тебе все насквозь видно. Нахал. Что ж, ладно, выходит, нам надо найти крохотных насекомых среди кучи хлама, при этом не сдвинув ничего даже ни на сантиметр. Да. Ну и ну. Есть идея. В прошлый раз я была персонажем визуальной новеллы, и это помогло мне справиться с задачей. Теперь я хочу быть персонажем квеста. Знаешь, там бывают эпизоды, когда ты просто смотришь на разные предметы, и что-то обязательно происходит. Здорово же. А как же те вещи, которыми ты пользуешься регулярно? Их тоже ты отказываешься трогать? Так даже интересней. Это по-детски. А знаешь, что самое классное? Что этим займешься ты? Ну уж нет. А вот и да. У меня начинается паника, когда нужно выбрать что-то одно из множества вариантов. Я буду без конца топаться на месте, и в конечном итоге расплачусь и убегу. Ты этого хочешь? Да чего капризная. Так, ты ведь уже доказала, что способна на самостоятельные решения, почему бы не продолжить в том же духе? Ну же, не будь таким скучным. Я ведь просто дразнюсь. Не нужно все взваливать на себя, просить помощи — это вполне здравое решение. Давай уже приступать. Так, я выхожу в центр комнаты и оглядываюсь по сторонам. Куда бы...
спряталась, будь маленьким светлячком. А куда бы я спряталась, будь светлячком? Ах, да чего ж интересно. От привкушения на сердце ощутимо теплеет. Эй! Что? Посмотри вниз. Я опускаю глаза, спустя секунду из моей кофты выползает маленький комочек тепла и света. Ох, ты! У тебя одежда дымится. Хи-хи, да и пусть. Я аккуратно подхватываю светлячка, он приятно обжигает пальцы. Я кладу его на плечо. Прикольная игра выглядит. Прости меня, малыш, пора домой. Так, словно по команде, светлячок неспешно поднимается в воздух, кружит над головой, а затем пуля залетает прямо в ухо. Хи-хи-хи, чекотно. Что ж, один есть, давай искать остальных. Давай. Это время. Уже так поздно. Устала? Еще как. Раз, два. И гимнастика. Так, упражнение, которым тебя учили. Вроде помню. А, 5 минут. Засел хотя бы часы перед носом есть. Я не могу слишком долго смотреть на стрелки. Пара глаз на циферблате. Слышались голоса. Звали на помощь. Ерунда, сущая ерунда. Ну что, засек время? Боже, наконец-то. О чем ты? Я уже полчаса не могу до тебя достучаться. Забудь, светлячка видишь? Нет. Тогда давай искать. Так. Листы бумаги. Дозировка и побочные эффекты. Я думал, ты знаешь их наизусть. Да. Это ведь не твой почерк. Царапина от когтей. Не забудь сказать спасибо маме. Отстань. Там был светлячок. Он деловито вспорхнул и залез в ухо. Эй! Давай искать дальше. Куча лекарств. Что с тобой? Курс. Эй, успокойся, ты уже все исправил.
приказу. Все могло быть гораздо хуже. Да. А что там за крючок? Блин, реально, музыка, ребят, как в Silent Hill, пиздец. Вот тут реально полное погружение в игру. Здесь ничего, и правильно, ни один уважающий себя светлячок не стал бы прятаться в мусоре. Пожалуй, соглашусь. Так. Мои светлячки умные, хорошие, не станут туда лезть. У них есть понятие о личной гигиене. Ладно, давай поищем где-нибудь еще. Шкаф. А что не так? Издеваешься? Ну и ладно. Мне вообще плевать. Да-да, плевать, и еще как. Вообще все равно, я и нисколько не переживаю. Даже самую малость, даже крупицу от самой малости. Даже на 0,001% не переживаю, вот насколько мне все равно. Эй, ты еще до конца не дослушал, насколько мне все равно. Начинай с этой секунды, я тебя игнорирую. Ну уж нет. Тогда веди себя нормально. Так. Цветы. Насекомые же любят опылять цветы. Ну да. Так. Ты в курсе, что цветы давно высохли? Вряд ли мертвый цветок может привлечь насекомое. Тут выбирать не приходится. Хотя ты прав, давай искать дальше. Почему бы тебе их не выбросить? Ты что, совсем меня не слушал? Побаиваюсь, но вот почему? Это долгая и скучная история. Рассказывай. Давай. Я не помню, как оно появилось в моей комнате. Кто-то из родителей принес его сюда. Мне не запрещали им пользоваться.
Так, я сидела перед экраном, игры рисования, инженерный калькулятор и трехмерное моделирование. Столько развлечений. Занятно у тебя были хобби. Ага, были до выхода в сеть. Представь себе ситуацию, ты хомячок, что живет под землей. У тебя есть все необходимое для комфортной жизни. Представил? Твои аналоги на высоте. Ну хорошо, допустим. Ну? Да. Ну? Ладно, я тебя понял. Хочешь поговорить о чем-то другом? Угу. Хорошо. Опа-на. Из вентиляционной решетки ноутбука. По-моему, он пытается что-то сказать. Я знаю, знать бы, что именно. Похоже на шифр, разве тебе не хочется его разгадать? Ха, передумала. Гаснет. Ага. Давай искать дальше. Спальный мешок. Эй, ты что, уже спишь? А? Давай искать дальше. Эй, может внутри кто-то есть? Угу. Ладно. Блокнот. Ой, зонт еще не смотрели. Хм. И ты не хочешь проверить? Ну ладно. Ты так редко рисуешь, но почему? А, закончится тетрадь. Мама попросить тетрадь. Прикидывайся. Лучше? То есть ты просишь от меня совершить сразу несколько действий, при этом говоря, что одно лучше другого? Тогда зачем мне выполнять то, которое хуже? Ты и пару слов связать не можешь, хи-хи-хи.
Боже, как с тобой тяжело. Тебе не достает чуткости, разве это моя вина? Давай без этого, а? И чё там в тетради-то? Так, открой глаза. Воро. Успокойся. Нет. Успокойся. Нет. Успокойся. Нет. Успокойся. Нет. Ладно. Померещилось? Не знаю, померещилось ли. Ты уже у нас все знаешь, вот и скажи мне. В следующий раз не закрывай глаза. Что ты? Не закрывай глаза. Не заставляй меня, мне же страшно. Верь мне. Все, я закрываю глаза, слышишь? Смотри, смотри же. Светлячок? Боже, малыш, я так перепугалась. У нас мало времени, давай искать дальше. Так, рюкзак, да? Классно я придумала, надо бы запомнить. Совсем не классно. Лучше расскажи мне, что внутри твоего рюкзака. Книги. Карандаши. Ты ведь когда-то ходила в школу, да? Ходила, отлично провела время, кстати. Ты точно поняла мой вопрос? Ты думаешь, все в моей жизни должно быть печально и грюмо, а вот и нет. Ну ладно, ладно, что тебе больше всего понравилось? В помещениях было светло, совсем не так, как дома. И все? Да, погоди, ты дай вспомнить. Ну, кровати были мягкие, да и кормили неплохо. Между прочим, я всегда была на уроках. Остальные вечно прогуливали. Ох, и досталось же им, наверное. Ты ведь так и не закончила школу? Ага. Помню свой последний день.
День как день. Папа забрал меня пораньше, объяснил, что я уже выросла из школьной программы, да я и сама это понимала, уж больно простыми были задания. Потом мы сели в машину и поехали домой. Дома нас встретила мать. Мы втроем поужинали и разошлись по комнатам. А что было потом? Не помню, да и какая в сущности разница? Ладно. Вот и славно. Ну и пусть, какое мне вообще дело? Так, что значит ослепнешь? Мне понадобились месяцы, чтобы выучить расположение каждого предмета в комнате, именно поэтому я вижу все так четко и ясно. Тебе не понять. Посмотри под ноги. Светлячок. Молодец, малыш, так держать. Этот какой-то грустный. Интересно, почему? Это не важно, главное, что теперь он не одинок. Ладно, давай искать дальше. Так. Что такое? С тараканами. Боже, откуда там тараканы? Ты уже забыл? А, мысли тараканы. Да, но... А затем они стали светлячками, но тараканы ведь не могут просто взять и исчезнуть. Вот они и нашли себе место. Понял? Понял. Так, листы остались. А это что? А, это фотографии моих самых счастливых моментов. На них ведь ничего нет. Я так долго смотрела на них, что буквально сожгла взглядом. Ха-ха-ха. Теперь они просто закрывают трещины в стенах. Трещины? Неважно, дальше искать будем или как. Будем, будем. Так. Опа-на. Ты серьезно? А что не так? На свет? Мне кажется, они вполне самодостаточны в этом плане. Если только они целенаправленно не хотят снизить себе самооценку.
ящике. А если... Текс. А что осталось? Мне вот интересно, а где могли мы пропустить еще что-то? Это как-то странно, вот честно. Чё, серьезно? Такие мелкие предметы? А. Да ладно, это как-то странно.
Все пересмотрел. Че, в натуре? Почему так? Если я что-то потеряла, я потом нашла, это просто возврат к началу, никаких изменений, ноль, ни плюс, ни минус. А радость — это всегда плюс, понимаешь? Тебе вредно слишком много думать, знаешь ли? Спать хочется. Может, проветрись перед сном? То есть? Ну, выйдешь на балкон, воздухом подышишь. Не думаю, что это хорошая идея. Почему? Это может прозвучать глупо, но... Мне кажется, кто-то смотрит на меня. Да кому ты нужна? Всего на пару минут, ладно? Игра очень атмосферная. И, ребят, если что-то не успели прочитать, делайте паузу и смотрите. Запись останется после стрима. Странный у тебя дом, не находишь? Раньше из окна был вид на горизонт, а дом уходил вправо и влево на многие сотни метров. Наверное, в какой-то момент он замкнулся в кольцо. По-моему, ничего странного. Как ты себя чувствуешь? Я определенно себя чувствую, иногда большего и не надо. И все же тебе тревожно, я прав. Разумеется, более того, я в абсолютном ужасе. Но разве это так заметно? Ты смотришь куда угодно, но не вверх. А, это... Я ведь тебе рассказывала, верно? О чем? Да так... Пустяки? Разве могут пустяки вызывать ужас? Это сложно описать. Так мы и общаемся, будто старинные друзья. Иногда мне кажется, что весь мир притворяется ненормальным. Он будто бы хочет убедить меня в том, чего нет на самом деле. Странно, не находишь? Да, но...
то же время я даже немного рада этому. Все вокруг создано лишь для меня, создано обманывать, запутывать, сбивать с толку. Если это правда, выходит не такая уж я и сумасшедшая. Считать это правдой и есть сумасшествие? Наверное. Так, очередной ураган проносится по стенкам котла. Мне холодно, пойдем внутрь. Что будешь делать? Что за глупый вопрос? Спать, конечно же. Надеяться, что завтра наступит через год или 10. Представлять, будто я где-то вне своей оболочки, и при этом я все же еще я. Немыслимо, как молоко вне пакета. И все же. Не обязательно говорить вслух, что я понимала, что ты переживаешь за меня. Ведь я и так это знаю. Также я знаю, что у нас осталось совсем мало времени. Ты не станешь пить еще одну таблетку? Разумеется. Более того, я не стану пить ее и завтра, и послезавтра, и вообще никогда. Прощаемся, выходит? Нет. У меня будет еще одна просьба, совсем крохотная. Так. Какая же? Я сегодня слишком много наговорила, многое хотелось бы забыть. Я не виню тебя, просто было ли это так необходимо? Вот завтра и узнаешь? Нет, я так не усну. Хорошо, так что за просьба? Постой, ты что, боишься мне сказать? Да? Ой, да. А еще я боюсь, что произойдет что-то очень плохое, если я скажу. А еще я боюсь, что из-за того, что произойдет что-то плохое, произойдет что-то гораздо хуже. Да, понял я. И все же я не уйду, пока не скажешь. Зануда. Нет, ты. Чё? Больше не проходят. Ни за что не поверишь, как я поначалу справлялась с этим. Конечно, поверю. Я знаю, это была шутка. Так, она воображала, будто видит сон.
При этом же не спала и поутру вечно клевала носом. После недели бессонных ночей я стала себя странно чувствовать и начала видеть всякое. Парящие в воздухе буквы, странные силуэты в самых неожиданных местах, выпущенные глаза с дрожащими бледными зрачками. Страшно, знаешь ли. Однажды я чуть не умерла, просто упала посреди комнаты и какое-то время еще не могла пошевелиться, а силуэты буквы глаза зависли надо мной и осуждающе шипели. Это было ужасно. И заслуженно, что ли? Я будто была поймана на самом большом мере лжи. Да должно быть, так и было. После этого я прекратила. А силуэты буквы остались жить тут. Понравилось видео. Вечно ходят за мной, по пятам подглядывают, а я их побаиваюсь и не могу даже слова поперек сказать. Но сегодня... Сегодня... Ну... Я... Ты все еще боишься сказать? Конечно, они же слушают. Объясни на пальцах. Ладно. Рассказал тебе историю перед сном. Я что, зря тут стараюсь тебя ведь услышать? Расслабься, никто тебя не слышит. Ну так что? Как рассказывать историю? Ой, да очень просто. Просто говори о чем угодно без остановки. Звучит нелепо. И вовсе нет. А еще бессмысленно. Да что ты вообще понимаешь? Так, достаточно, чтобы понять, что мы лишь впустую потратим время. Давай сосредоточимся на чем-нибудь важном. Скукотища. Открывай глаза. Это типа сон?
Thank you.
Я не понимаю, это вылет, что ли, был или что? Сейчас попробую сделать предварительно. Мало ли сейчас вылетит. Сейчас попробую прекратить запись и нажать что-то сделать, короче. Это как-то очень странно, если честно, для меня. Короче, народ, я не знаю. А по поводу концовка это была или нет, я очень, конечно, надеюсь, что это была концовка второй части и что мы, в принципе, все правильно пришли. Конечно, возможно, есть и другая концовка, но судя по этой концовке, как я понял, ну именно как я понял, если это одна из концовок, но это не факт, и я надеюсь, это была нормальная версия игры. Повторюсь, она не смогла помочь мальчику купить молоко. Точнее, как бы вроде как помогла, но потом мальчик убежал и сказал: «Ты мне не помогаешь», а девочка смотрела на Луну. То есть Луна ее что-то так заворожила. И в ужасе девочка проснулась в своем доме. То есть она заплакала, проснулась, короче, в панике. Единственный вопрос состоит в том, что кто этот мальчик, которому она хотела помочь. То есть был ли это ее брат, или это было ее... То есть видела она себя со стороны в форме этого мальчика, который... молоко купил, ой, точнее, хотел купить, но не смог. Типа, это как бы она, но видит она глазами именно не себя, а вот этого мальчика. Довольно круто, интересно сделано психологически, но и все. Если это концовка, а другую открыть не так-то просто, или я просто узнаю, как ее открыть и чем она отличается, может, секретная концовка или вторая концовка, я не знаю. Но игрушка мне понравилась, она очень атмосферная, очень прикольная, короткая, да, как и первая часть, но чуть, наверное, длиннее первой, вот. Но... А с вами был Казуку Фэмили. Ставьте лайки, ставьте колокольчик, приглашайте друзей. Не забывайте про канал, дружочек. Ну а всем, наверное, аригато за внимание. И просто аригато. И джана-джаны. Пока-пока, до новых встреч. Всем удачи. А с вами был Казуку Фэмили. Ребятушки, всем до новых встреч. Будем искать еще интересные игрушки. Вот как-то так.